ID? No need to. Я пустые страницы обрек вместе с летом на вечную осень. Не печалься, пройдет Рагнарёк, и наступит последний буккроссинг. Мы уснем средь полей дождевых и под солнцем на теннисных кортах в час обмена всех книг о живых на одну о воскресших и мертвых. Прочитаешь ее и поймешь, что такое небесная мана, что такое ядреная вошь в час обмена за миг до обмана. И в итоге из крайнего дня на смартфон, загрузив бестолковость и чужие страдания для, человек умирает как новость. Он глядит в предрассветную муть на страну, обращенную в зверя. Он устал и желает уснуть в воскрешение больше не веря. Так позволим ему без затей уподобиться свету и мраку в час обмена, когда Одиссей навсегда покидает Итаку.